Здравия желаю, товарищ. Какой первый шлем был разработан в Советской России и принят на вооружение Красной Армии? Встречайте, СШ-36, стальной шлем образца 1936 года. Первое боевое применение в гражданской войне в Испании. Массово начинает применяться в Красной Армии при боях у озера Хасан, на реке Халкингул, в Советско-финляндской войне, в Великой Отечественной войне, а также в Советско-японской войне 1945 года.